Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Попади в десятку». У нас на обзоре метательные ножи «Спорт 18-08-36-2». В комплекте поставки нас ожидают ножны «Кордура» и два ножа. Общая длина ножей составляет 240 мм, длина клинков 125 мм, толщина клинков достигает 4,5 мм. Изготавливаются ножи из стали марки 40Х13. Она устойчива к коррозии и обладает достаточной твердостью при хорошей закалке. В данных моделях твердость стали по Рокулу составляет от 45 до 50 HRC. Форма обуха здесь со слегка повышенной линией, что позволяет отнести эти клинки к типу трейлинг поинт. Таким образом достигается наибольшая длина лезвия. Это удобно при нарезании нетвердых материалов. Такие ножи подойдут не только для метания, но и для решения бытовых ежедневных задач. Рукояти клинков не имеют какого-либо специального покрытия. На них нанесены долы. Это сделано как для лучшего распределения веса, так и для его снижения. Также на рукоятках имеется отверстие под темляк. Так что вы без проблем сможете кастомизировать данные ножи. Приобрести их можно на нашем сайте, ссылка в описании к видео. На этом у меня все. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. С вами был ваш интернет-магазин «Попади в десятку».